Всем привет! Сегодня у нас опять Bosch. В комментариях к прошлому видео написали, что надо, чтобы я комментировал то, что я делаю. Почему-то вам не нравится. Хотя в том видео я просто менял выключатель. Комментировать особо было нечего. Но здесь, в принципе, будет то же самое. Замена редуктора. Здесь вот такой редуктор. Угловая дрель. Это поворачивается плохо. Короче, у него можно вот так ровно поставить. И повернуть. Я уже на нее заказал запчасть. Вот в такой коробочке, тоже сделано в Китае. Давайте посмотрим, что внутри. Бумага. Редуктор интересный. Я его когда поворачиваешь, патрон крутится. Это подсветочка. Интересно, здесь она работала. Здесь она даже не работает. Ну, для начала, наверное, открутим патрон. Попробовал Валерой. Мертво сидит. Придется, наверное, разбирать редуктор. Ну, вон там и износ весь. Ну что, открутил. Простояла с утра Валерой. Залил и открутилась легко. А до этого гейковер там вообще не откручивался.
вот это все почистить. Как-то немного неудачно сделан этот провод для фонарика. Он и не работал, фонарик, наверное, из-за этого, что он переломился вот со временем. Ну, вроде закрутил. Тут, наверное, интересно, трещоточка есть. Просто защита уходит. Специфическая вещица. Семнадцатый год. Сделано в Малайзии. Запчасти China. Вот так съела. Ну, здесь вот эту переднюю вообще сожрало. И подсветка. Ну вот подсветка, видите? Провод просто. Неудачная конструкция. Либо ее просто кто-то разбирал. Скорее всего, и неправильно уложили проводок этот.